Ты помнишь, я тебя снимала, да? Хорошо. А ты не против, что я тебя на камеру снимаю? Ну, я вижу, как телефон, думаю, нет. А вот смотри, многие вот говорят, что тебя многие снимают на камеру. Есть такое? Ну вот мне Дмитрий только что селфи со мной сделал. Один мужчина подошел, что-то мне сказал дальше. Сказал, можно с тобой селфи делать? Подумал, ну давай. А часто тебя на камеру снимают, да? Нет, не часто. Просто многие говорят, что многие видели прям с тобой видео, вот, выкладывают в сеть. Возможно, выкладывают, но я особо не замечаю, на самом деле. Не разговаривает так никто, с видео не снимает, не подходит. Нет. Как вот я. А ты не против, что я снимаю, да? А то просто, может, я тебя снимаю, тебе не нравится. Если бы мне не нравилось, я бы это сразу сказала. Слушай, а ты не участвуешь в реконструкции в какой-то вот? Чтобы сейчас, да, собственно, требуется больше средств. Та же самая винтовка, то же самое. Снаряжение требуется последний водитель. У меня только верхняя одежда, должна быть еще нижняя и так далее. Понятно. А подскажи, а ты вот, вот эту одежду ты вообще где взял? Кашевский двор, кажется. Ага. Где-то, знаете. Значит, там есть один магазинчик. То есть ты сам купил, пошел, да? То есть там есть... Там магазин, который не продает ничего, кроме советской истории. Ага. То есть это, он мне рассказал, как я понимаю, владелец, он одновременный продавец. Он мне рассказал про то, что... Как это они столько всего набирают в советском? Значит, это происходит так. Министерство обороны продает какие-то, скажем так, не знаю, как это точно называется, но не группа товаров, а, скажем, вот там есть БТР, старый, БМП. Ага. Дальше идет, конечно, одежда. Но те, кого нужно установить технику, это покупают. А одежда, которую мы знаем, вот они... Они распродают, да, получается? Ты купил, то есть, да? Ты сам пошел и купил? Да. Тебе нравится такой стиль, и ты сам? Ты патриот, значит? Я думаю, то есть ты как... Отлично. А слушай, у тебя есть какие-то социальные сети? Ты сидишь в интернете? Ты не сидишь в социальных сетях? Просто многие прям спрашивают, хотят с тобой общаться. А ты вообще... Тебе интересно вот новых друзей найти? Честно, я не очень... Не любишь? Не имею в виду социальные... Ага, понятно. Ну ладно. Ну, может, помашешь вот так ручкой, скажешь привет.